Все силы и средства дальневосточной столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с ликвидацией последствий ливня. Сейчас продолжается наведение порядка на межквартальных дорогах и устранение энергоаварий. Всего зафиксировано 8 аварий. Также идет откачка воды из подвалов домов. Сложная обстановка продолжается на территории города Владивостока. Мы откачали воду из подвалов социально значимых объектов. Это поликлиники, это больницы, это детские сады. Переходим на работу по жилым домам. У нас сложная обстановка на территории Фадеева, на территории спортивной. Мы понимаем, что в подвалах жилых домов остается вода. К сожалению, уровень воды в реке Объяснение не позволяет в полном объеме начать эти работы. Но вот сегодня на 7 часов утра спад воды в реке произошел на 9 сантиметров. Я думаю, что это позволит нам начать работу по откачке подвалов. Затопило и социальные объекты, детские сады, больницы и другие учреждения. Разрушились дороги. Уже поставлены задачи по устранению последствий ливня. Вчера глава проводил совещание по вопросу, поставил задачи обсчитать и в кратчайшие сроки эти материалы предоставить в работу, потому что это те объекты, которые мы должны восстанавливать в первоочередном порядке для обеспечения нормального функционирования нашей жизнедеятельности. Сильные дожди и подтопления заниженных участков дорог передают и на 22 и 23 августа. По данным Примгидромета, которые поступили в администрацию города, есть утешительный прогноз, что 22 числа тайфун пройдет мимо и будут небольшие осадки. Однако службы все равно находятся в режиме готовности. Паводки у нас в последнее время случаются, к сожалению, они изменились. Это уже не длительные дожди, это краткосрочные дожди с огромным объемом выпадающей влаги. И вот этот огромный поток воды устремляется в короткий срок в те ливневые канализации, которые на сегодняшний момент отремонтированы и исправны, они просто физически не справляются с объемом воды. Поэтому те предупреждения, которые администрация делает жителям с просьбой не выезжать, с просьбой не парковать машины, мы обращаемся еще раз. При ухудшении прогнозов, граждане, не выезжайте на личных автомобилях. Не паркуйте свои машины вблизи конструкций, которые могут упасть. Не запарковывайте трансформаторные подстанции. У нас происходит ситуация, когда нужно в срочном порядке откачивать воду из трансформаторной подстанции, а мы не можем это сделать, потому что она запаркована транспортными средствами. К сожалению, вот так. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.